Привет! Правое и левое. С 2-3 лет с ребенком необходимо учить уже где право, а где лево. Это очень развивает мозги, пространственное мышление, то есть ребенок учится ориентироваться в пространстве. А значит, это очень сильно влияет на чтение и письмо, чтобы он читал потом с правильной стороны, чтобы он правильно писал потом буковки. Как развивать и как учить, где право, а где лево? Во-первых, запомните, если вы напротив ребенка и показываете ему, и говорите, это ручка правая, то тогда в свою берете в левую руку что-то. То есть у ребенка это правая, а у вас это левая рука. Показываю своей правой рукой. Но если вы в зеркальном отражении с ребенком, то вы берете в свою левую руку, а говорите ребенку, что это ручка правая, чтобы он взял в свою правую, окей? Понятно? Итак, я беру в свою правую. Это ручка правая, это ручка левая. Шарик я в руке катаю, я зарядку делаю. Будет ручка сильная, будет ручка смелая. Будут ручки у меня ловкие, умелые. Вот такое упражнение с суджоком. Второе упражнение. Это правая рука, сильная и смелая. Шарик правой покатаем и еще сильнее станем. Это левая рука, мы зарядку делаем. Шарик левой покатаем и еще умнее станем. И последнее упражнение с ножками. Вот на наши ножки наденем мы сапожки. Этот с правой ножки, это с левой ножки. Вот теперь мы можем шагать и по дорожке. Учитесь с ребенком, где право, а где лево. Пока-пока!